Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открыто на английском сервере Угольная армия. Решил я десяточкой и основой побегать, потестировать. Вот такие вот сборки, не особо, скажем так, мега прокачанные, там просветы и прочие дела. Вот такой у нас космо будет. Хочу посмотреть, докуда мы сможем все-таки добежать. Давайте также. Все печально, реально все печально, нету воодушевления на него поставить. Ну, даже такая вот сборка, попробуем в такой сборке посмотреть, что мы сможем сделать на угольной, докуда дойти. Просто интересно ради теста. Единственное, что мы можем поставить еще один этот. Так, кинем сюда Минотавра, а тут у нас Арктика. Давайте так, Арктику оставим, Вольта. В принципе, они тут все нужны, кроме дракона. Кроме дракона поставим вот тут вот так вот. Посмотрим. Ну, я показывал Космо, что он делает. Реально очень круто. В некоторых ситуациях он реально бакланит катку, потому что с воодушевлением герои просто далеко стоят и вы максимум там либо не набьете, либо герой просто не добежит, и вам не засчитают волну. То есть в этом плане реально все немножко печально. Так, но очень-очень хорош. Особенно для бездоната, если еще воодушевление у вас будет, это вообще будет огонь. Тут сейчас, конечно, мы их половину сольют, но в сравнении с прошлыми разами, когда мы бегали, это реально получше будет. Я не брал тыковки, то есть у нас тут нету разгона, скажем, такого максимального. То есть есть шансы того, что они не сольются. Ой, отлично просто. Смотрите, как чудесно. Вот космо мне нравится с каждым разом все больше и больше. Вот реально очень-очень обалденный герой. Жалко, нету у нас Анубиса. Ну, в принципе, он нам тоже не особо и не нужен. Посмотрите, как чудесно они справляются. 19-я волна, ребят. Вот что значит космо прокачанный просто там 10-10. То есть он не максимальной прокачки, он 10-й прокачки с воодушевлением. Просто отлично. Ну, до 22-й волны добежали 366. Неплохо. Неплохо, неплохо. То с музоном. Врубай битло. Поехали. Следующий заходик. Ну, я думаю, то есть в районе 400к это нормальное ревление для такого аккаунта. Если бы здесь была тыква, был и там Анубис стоял сейчас у нас. Ну, у нас это все герои есть, но я их просто не выставил. Я просто ради интереса посмотреть на космос, что он сможет на такой прокачке не максимальной. Я вам скажу, достойно очень. Можно взять сюда ворожея, там тыковку, и будет намного лучше результат. Просто отлично. Ну, песня просто. Девятнадцатая. Так, ну что, будет улучшенный наш результат или нет? Очень интересно, очень интересно. Так, 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 так. Блокируем, блокируем, блокируем. Завалили. 420, ребят, вот так вот улучшили мы результат. Так, хорошо, давайте забежим на топовый твинг, посмотрим, как у нас здесь сейчас пойдет.
Так, а что у нас тут творится? Какие у нас тут вообще герои стоят? Так, исцеление. Кстати, с маскировкой будет интересно. Ну, без такой. Так. Ладушка, тыковка такая, Бугич. Давайте кого-то вместо Бугича другого возьмем. Интересного. Кого можно попробовать? Командора, как вариант. Так, Дрейк. Ну, Дрейк. Дрейк, в принципе, тоже хорош. Если его заденут, он будет сливать просто на ура. Так, тут ремочный. Давайте Фрэнки попробуем. А у нас тогда не будет Бравлера. Ну и ладно. Ну и нормально, кстати. Поехали. С тыковкой первый заходик. Ну тут уже герои с воодушевлением. 30-е прорывы, то есть это уже, знаете, там новый уровень, совсем другой уровень, скажем так. То есть разницу вы, думаю, видите. Герои с доспехами еще дополнительно. То есть пока до них добегут, они еще дополнительно каждую секунду будут наносить урон. То есть это единственное, что эту надо было дальше Розу закинуть. Я думаю, это тоже не проблема. Так, второй демон там завис на ней. Так, Анубис еще побежал. Тыковка. Че, кого-то слили уже, что ли? Не, слили, вроде слили кого-то. 20-я волна. Все равно тащит. Красавчики. А, Фрэнки слился. Смотрю, что-то не то. Ну, Анубиса, конечно, анимация просто обалденнейшая. Просто нравится мне эта анимашка его. Ну, 662, то есть это, скажем так, такой стандартный результат за 25 волн. Давайте попробуем кого-то другого вместо него. Сливается уж больно легко. Давайте попробуем стрелка. Почему бы и нет? Стрелок тоже автопрокер, как вариант. Вот поэтому надо хотя бы там 3-4 воодушевления. Будет вам счастье. Больше и не надо. То есть для этой локации пару воодушек. 5 розу я, в принципе, не спрятал. Сейчас опять демоны на нее выбегут. Так, тыковка дала разгон. Единственный вариант, можно еще хранителя поставить, он дополнительно усилит героев, и можно будет стычки просто сносить. Так, опять та же самая ситуация. Да, чуть-чуть бы ближе этого демона. Ну, там, да, без вариантов, Роза все равно справляется. Так, 22-я волна. Ну, тут, как видите, даже отхила, по сути, не надо. Так, отлично. Ну, 656. То есть плюс-минус 1 секунда, уже видите, разница есть. Ну, все зависит от того, где этих демонов словите и сколько у вас будет массовых героев на урон. Вот так вот. В принципе, вот так вот десяточка тоже довольно-таки неплохо справилась. То есть, как видите, уже аккаунт
чего-то стоит и свободно может набивать и полляма, конечно, если прокачать героя, выставить их правильно, даже без забора, без всего, можно свободно набивать, забор тут не важно. Самое главное, чтобы у вас были воодушевления и хорошо прокачаны некоторые герои на атаку. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.